Друзья, привет! Всем добрый-добрый вечер! Вы снова на моем канале. Решила распустить вот такой шарфик. Вязал я его на спицах. Он мне получился слишком толстый. Хочу распустить его и вот вязать крючком. Начала распускать. Вязала резиночкой 2 на 2. Пряжа здесь у меня такая, она толстая. Здесь у меня 5 ниточек скручены в одну. Буду скручивать в клубок пряжу, распускает шарфик. Вот оно распускается легко. Вязал я его на двух спицах резиночкой 2 на 2. Распущу, буду вязать крючочком. Крючок возьму 5,5, самый толстый крючок у меня. И буду вязать ажурный шарфик на весну в клеточку. Две лицевые петельки, потом будут две воздушные. Две лицевые, две воздушные. И получится у меня шарфик сеточка на весну. Он будет более легкий и воздушный. Распускается вот этот шарф очень легко. Видите, я его как быстро раскручиваю. Друзья, наполовину распустил шарф. Надеюсь, мое видео вам понравилось. С вами была Алина. До скорой встречи в новом видео. В следующем видео покажу, как я набираю петли для шарфика и провязываю лицевыми воздушными петлями. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.